всего. Такая у нас получилась буржуйка. Вот. Это ж совок для чистки. Угу. Чистить залу. Сверху наварили для чайника. Ну, да, сверху плиту приварили, чтобы оно более-менее подогревается тоже. Жесткий. Баллон наш. Вырезаем, отрезаем полностью крышку сразу с него, верхушку. Да, отрезаем, для безопасности наполнять водой, да? Набираем водой. Когда набиралась, переворачиваем, режем, вода вытекает, ну мы отрезали, да. Угу. Потом вот, для колосников вырезаем тоже, тут проем такой, получается 35 сантиметров на 12-14 она получается. Угу. Ну вот я нарезал. Ну да. И привариваем потом к баллону, сначала к баллону варим арматуру, ну 12-я там какая будет, 20-я, лучше конечно чем толще, где-то сантиметр, через сантиметр там дырки делаем, для чтобы просыпался пепел. Привариваем, два уголка мы сваривали сюда на 75-х и 35 сантиметров. И все, вот это мы поддувало. Сюда поддувало сделали, да, колосники наварили, уголок, тут же дырку тоже закрыли, ну все полностью. Трубу потом здесь вырезали и все. Дымоход. Дымоход, да. Сотую. Сотка, да. Ну, двери же ж вырезаем, дверь. Плести железо, да. Дверь получается сантиметров 30 на 30, она. Завес и крючки, и все.